Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ о графических работах художника Александра Иванова, которые представлены на временной выставке в Государственной Третьяковской галерее. Александр Андреевич Иванов, один из крупнейших художников XIX века, известен прежде всего как автор монументальной картины «Явление Христа народу», которую можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее. В соседнем зале располагается временная экспозиция «Александр Иванов на пути к храму», где представлены графические работы художника. Здесь можно увидеть эскизы неосуществленного запрестольного образа Воскресения Христова для храма Христа Спасителя в Москве, в которых влияние западноевропейской изобразительной традиции сочетается с элементами древнерусской иконографии. Это и сюжет сошествия в ад с моментом выведения Христом из ада Адама и Евы, и крылатый образ Иоанна Предтечи, ангела пустыни и другое. Также на выставке экспонируются карандашные перовые рисунки, иллюстрирующие сюжеты из Ветхого Завета и получившие название «протобиблейские эскизы». Две группы рисунков, которые он создает, предполагая, как эскизы будущего храма, скорее всего, были сделаны одновременно, где-то в 1946-1947 год. А в 1848 году он уже, кстати, начинает работать над библейским циклом. Тема сотворения мира, скорее всего, была подсказана ему его путешествием на Сицилию. Он там видел по латинской капелле мозаичные росписи. И в Монреале близ там тоже мозаики. Но то, как он к этому подходит и делает, в общем-то, не имеет аналогов. Вот даже мы просматривали, что есть на эту тему, ну, так сказать, в мировом искусстве. Этот подход совершенно удивительный. Вы не назовете это иллюстрациями. Здесь почти что нет изображений того, что происходит. За исключением каких-то маленьких деталей. Ну, где-то мы видим, как, например, где светило, будут светила на тверди небесной, как он держит в одной руке месяц, в другой, так сказать, солнце уже прикрепляет. Совершенно замечательный лист, где он душу как бы вкладывает в Адама, где появляется на фоне совершенно, ну, трудно даже представимый безлюдного места, как действительно появляется первый человек. Но это все детали очень незначительные. Что здесь является главным? Смотрите, это одна и та же, в общем-то, композиция. Спиной к нам Бог в окружении ангелов. Мы как бы свидетели некого акта творения, причем совершенно исключительного, сотворяется земля, сотворяется жизнь, свет, тьма и так далее. Этот подход, он чрезвычайно важен был для Иванова и очень много проясняет в понимании художника. Ведь он не сопоставляет себя с Богом, но он пришел в этот мир, как он считает, с миссией определенной, создать
нечто, что потрясет людей, что, так сказать, сделает мир лучше, нравственнее. И даже беглое знакомство с его биографией показывает, что он никогда не брался за какие-то заказы, за деньги, чтобы заработать. Он готов был выпрашивать деньги, чтобы только было позволено ему заниматься его любимым детищем. И вот эта убежденность, эта фанатичность, она, в общем-то, проходит через все его работы, всю его жизнь. Может быть, благодаря этому и то, что он не продавал свои работы и все хранил, все это, в конце концов, почти целиком попало в наш музей, что, конечно, это исключительная вещь. Совершенно замечательно, мы вот выставили это как некий фриз. И посмотрите, какая музыкальность есть вообще. Это как сюита, где каждая картинка дает, так сказать, свою ноту. Это же есть и в совершенно замечательном, конечно, и его эскизах, и храму Христа Спасителю. Мы столкнулись с очень интересным моментом. Переписки Иванова с Тоном, они обсуждают возможность помещения самой картины «Явление Христа народу» в храме Христа Спасителя. Причем Иванов предполагает напротив картины как бы поместить вот этот алтарный образ, который он делал для храма Христа Спасителя. Собственно говоря, мы как бы даже осуществили здесь это в экспозиции. Но это был очень краткий миг. Но для нас важно другое здесь вот понимание. Там в картине это как бы начало пути Христа. Вот он только идет, чтобы вступить на свой крестный путь. Здесь это уже завершение, жертва принесена. И от этого уже идет и дальше линия. Создать храм, где бы вся история жизни Христа была представлена. То, что вот будет в библейских эскизах. И очень точно, мне кажется, правильно говорят все, кто писали об Иванове, что через все его творчество проходит вот эта тема, что Христос и есть духовный ориентир для человечества, да, в его поисках нравственной истины. То, что через все вещи и здесь представлены, и сделаны им, и проходят красной нитью. Это сепия, это подсветка как бы, пировые рисунки и маленького размера. Вот это те эксперименты, благодаря которым он потом все-таки находит и свою технику, и свой размер, и свой подход. Но без этого пролога это бы не совершилось. Дорогие телезрители, мы завершили рассказ с временной выставки «Александр Иванов на пути к храму», которая работает в Государственной Третьяковской галерее. Всего вам доброго! До новых встреч!